Приветствую всех, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер один. И сегодня у нас опять How To. Да, в этот раз я решил сделать так называемую Тян. Тян — это девушка в переводе. И да, я уже начал делать и думаю вам показать. Пока что я сделал вот это, что-то просто непонятное. То есть мы видим... Это перед у нас, значит. И, в общем, добавил я бедра. Вот. Больше мне, в принципе, нечего сказать. Использовал, видите, не как обычно таз. То есть что-то новое запилил. Вот эту деталь, шины повесил. То есть какую-то необыкновенную для себя конструкцию. Сзади поставил вот такой вот... часть таза, которую я использую спереди, а тут это будет использоваться сзади. Я думаю, все понятно. Также сюда прикрепил вот такую вот шину. Пойду делать дальше. Итак, таз закончен. Доделал я таз. Собственно, вот на ту дырку добавил вот такую деталь. И вот прикрепил вот всю вот такую конструкцию, чтобы было гладко и прикольно. Мне очень нравится... пока что таз, да, тут есть дырка, не знаю, буду я ее закрывать, не буду закрывать, но пока что вроде бы все устраивает. Знаете, подумал я и понял, что буду делать голени вот с таким креплением, то есть не с таким, чтобы оно поворачивалось, а с таким. Получается, голени не будут двигаться, поэтому сейчас я поменяю вот на вот такие вот детали. Давайте поменяю привас. Я думаю, это все и так понятно. Меняю. Так, уже одну такую деталь поменял. И два. Вторая. Так, и ставим щиток. Теперь надо привести все в нормальное состояние. В общем, получается как-то так. Даже лучше. Надеюсь, мне не придется менять опять вот на эти детали, а то будет даже забавно как-то. Вы сейчас скажете: Стайл, что ты какой-то фигней занимаешься? Ты же делаешь самоделку, а не червяка. Ну, в общем, я задумал сделать червяка ей, пришла такая идея. Пускай, да, у нее будет такое животное, скажем так. Ну и решил я сделать, я думаю, конструкция элементарна. Правда, разберу, наверное, его вот тупо из этой детали. Я думаю, вот так понятно. Кто будет орать, что голова плагиат, не плагиат, потому что я прикрепил немного все по-другому. Да и к тому же это вообще мини такое существо в виде червячка такого. Больше ничего пока что не построил. Значит, начал я делать тело. Не знаю, как быть с такой вот конструкцией. Буду думать, даже не знаю на самом деле. Пока что как-то все очень странно. Итак, послал нафиг я ту конструкцию и начал делать все вот таким вот образом. Значит, что же могу сказать? Не знаю, как я буду крепить грудь, вообще не знаю как. Буду думать, но пока что получается вот такая вот странная конструкция. И я думаю поставить... что-то типа такого я видел в самоделках. Но мне кажется, это будет убого. Я пока что не знаю. Или, ну, банально просто возьму от мата наплечники. Ой, от мата, от Нува. От Тоа Нува. И прицеплю вот на эти детали. Да, они тут как раз-таки хорошо подошли. Вот вообще с руками, как руки крепить, вообще не знаю. Это как-то все очень странно, в общем, подумаю. Итак, сделал грудь, собственно говоря, говорил, как буду делать, и сделал, как хотел. Да, послал нафиг я эту конструкцию, которую смотрелось очень убого, очень. Вот, и все-таки придумал, как руки закрепить. Вот не знаю, зачем я это сюда поставил. Наверное, чтобы не для какого-то заполнения пространства. Вот. Собственно, пошел я делать руки. Я думаю, да, именно руки. Вот, собственно, сделал руку. Вторую еще не сделал, потому что не могу найти вот такую шейку. Что еще? У меня возникли большие проблемы с головой. Да, потому что все они смотрятся убого. Ставил вот такую. Значит,
Да, вот такую. Но ставил даже вот так. Пытался прикрепить какие-то волосы. Но это все выглядело просто жутко. И я думаю, что будет, не знаю, вот такая голова. Сейчас, подождите, даже прикреплю. Но все равно, по-моему, она смотрится жутко, как-то убого. Вообще, все, проблема, застопорился я с этой маской. Не знаю, какую буду крепить. Но я думаю, эту вряд ли. Просто испорчу самоделку. Вот и все. Итак, с головой пока что я все еще не могу ничего сделать. Не могу подобрать. Вот. Но зато сделал руки. И мне сказали, что вот те щитки, я в принципе согласен, выглядели убого. Вот эти. Поставил на размер больше и уже выглядит гораздо лучше. Вот, ну и нашел, естественно, шейку вот эту вот. Правда, сначала была красная, но потом нашел нормальную черную. Да, я думаю, это видно все. Итак, теперь я пойду все-таки помучаюсь с головой. Надо сделать голову обязательно. Меня осенило, товарищи. Я прикрепила голову Ракши. Правда, на красную шейку, но мне кажется, красная шейка здесь в тему, потому что как бы сам вот этот мозг красный, ну и пускай шейка будет красная, то есть не выделяется. Мне еще говорят, все, сделай волосы. Я просто не знаю, как их сделать. Это очень сложно. Также плагиатить я не хочу. Очень многие, сейчас покажу, делают волосы вот так. Но я хочу придумать что-то новое. Вот. Пока еще, ну как пока, пытаюсь что-то вот сделать с этой деталью, но прикрепить ее адекватно, чтобы она не болталась, ну пока что вообще никак не получается. Аллилуйя. Ладно, это было упорото, но в общем сделал волосы. Я молодец, да. Сделал волосы, мне не нравится, долго мучился с ними. И сделал голени. Пока вам не буду показывать ноги, потому что они очень убогие, ступни точнее. В общем, вот голени, сделал я их, я думаю, понятно как. И все-таки, да, я... Хорошо, что я тогда перестала детали, теперь она может сгибать, а так бы не могла. Ну вот, в общем, вот так это все выглядит. Ну и да, волосы более стал похожи на девушку. Надеюсь, уже следующее будет готовый вариант. Итак, вот она готова. Доделал я, значит, ее. Сделал ей, скажем так, двухзубец. И назвал ее Угана. Собственно, что я могу сказать? Доделал, да. Червяка поставил ей на это самое, на плечо. Вот, сделал каблуки, потом покажу. Ну, в общем-то, огромное копье вот это, вот там у нее окончание, эти вот, как у нее волосы сделано. Вот. Так, хватит не болтаться. Вот, и мне, я доволен работой, да. Я считаю, то, что у меня получилось все. Также фотосет вы можете увидеть в группе ВКонтакте. И, собственно, вот, да, то есть я сейчас ее покручу немного. Видите, да, там каблуки есть. Я думаю, вам понравится. А вот со спиной. Вот это получилось у нее, извиняюсь, жопа есть. Это мне хорошо понравилось. И спина такая выгнутая, и это хорошо на самом-то деле. Потому что, ну, не мужик же все-таки. То есть, как у женщин. Вот. Ну и, собственно, да, я доволен работой. Я считаю то, что у меня получилось. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И с вами был Лего Стайл номер 1. Подписывайтесь, еще раз говорю, и ставьте лайки. Всем пока!